Привет всем! В этом видео я бы хотел показать, сколько здесь снега. И это еще зима не началась в Кировске. Снег идет уже третий день. Вчера не было. Позавчера два дня подряд шел. Сейчас снова. Наверное, столько снега, по-моему, нигде не видел. В Полярных Зорях это даже меньше было. Снегом здесь завалило. Сейчас еду по городскому парку. Все в снегу. Говорят, что в прошлом году завалило снега до первых этажей многоэтажных домов. Ну и сейчас по городу прогуляюсь, так немного поснимаю, как в каком состоянии в город из-за этого снега. Ну, мои наблюдения такие, что в Полярных Зорях со снегом лучше боролись, может быть, там меньше, потому что там чуть малейший снег, по городу ездит снегоуборочная машина, погрузчик убирает дороги, все чистые. Здесь же такого нету, дороги завалены, и я не видел много техники, которая бы постоянно снег убирала. Светать начинает где-то в 10-10 часов, темнеет уже в 3 часа. В следующем месяце вообще светать не будет, будет полярная ночь. Здесь наши строители как бы работают. Я бы хотел спуститься вон туда, пройти до Олимпийской. Как это сделать, непонятно. Мороза так такого нету, я с курки сетили, запарился, жарко, но вот снег валит и валит без остановки, и все, город полностью в снегу.
Я сейчас двигаюсь в сторону Олимпийский, торговый центр, в ДНС. Вот что-то какими-то дворами хожу. Первый раз здесь гуляю.